В семье прошел парад детских колясок. Праздник проводится в городе уже в третий год подряд. По правилам конкурса транспортное средство необходимо креативно оформить. Ну вот в этом мамы и папы, конечно, преуспели. Коляски своих чад они превратили в сказочные кареты, пароходы, цветочные букеты и автомобили. В их оформлении родители использовали всевозможные подручные материалы. А вот самому маленькому участнику нет еще и года.